Соцработники отмечают свой профессиональный праздник. Они, как и врачи, сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом. Приносят пенсионерам продукты и медикаменты, а иногда, что тоже важно, поддержат и добрым словом. О нелегком труде и о том, как работают в пандемию, расскажет Владислав Чухров. А что вы будете заказывать? Итак, ежедневно по 30 звонков. В этом комплексном центре соцобслуживания Златоуста Ольга Пикулева принимает заказы на доставку продуктов и медикаментов от пенсионеров, а после разводит их по адресам. В соцзащите она уже больше 12 лет. И даже в свой профессиональный праздник пришлось задержаться на работе. Приходится работать иногда и не график, вы правы. Приходится брать работы на дом. Надо сказать, что рабочие группы наши работают практически в круглосуточном режиме, потому что вопросы могут в любой момент возникнуть, и наша помощь может понадобиться в любой момент. В период пандемии коронавируса работы стало еще больше. С начала эпидемии ковида соцработники, как и медики, находятся на передовой. 126 тысяч южноуральцев старшего возраста, не выходя из дома, получают продукты и лекарства. Одиноким пожилым людям развезли больше 40 тысяч продуктовых наборов. За два месяца соцработники на горячих линиях обработали почти 200 тысяч звонков. На связь с соцслужбами со всех муниципалитетов вышел губернатор Алексей Текслер и поздравил их с профессиональным праздником. Конечно, хотелось бы поздравить вас лично, пообщаться, вручить заслуженные награды, цветы. Это еще впереди, пока ситуация складывается так, что вы встречаете свой праздник на рабочих местах, и нагрузка в эти дни, недели, месяцы на вас возросла многократно. С 24 апреля многие учреждения соцслужбы региона перешли в режим превентивной самоизоляции. То есть сотрудники работают там в две смены по 14 дней, чтобы снизить риски распространения ковида. И Алексей Текслер призвал соцработников при каждой возможности напоминать своим подопечным, входящим в группу риска, о профилактике коронавируса. И от всех наших сотрудников, больших коллективов, мы пообещаем вам справиться с этой ситуацией, поддержать здоровье наших проживающих и, безусловно, позитивный настрой, рабочий настрой всех коллективов. За работу во время эпидемии по решению Алексея Текслера соцработники, которые трудятся в комплексных центрах обслуживания, получили стимулирующие выплаты по 10 тысяч рублей. Дополнительное финансирование получит и Управление соцзащиты для премирования сотрудников за работу в период пандемии. Владислав Чухров, ОТВ.